Вау. Что? Окей. Справедливо. Подождите. Окей. Теперь можете насопливил голод. Намазал голод соплями. Там батарейка была. Антимерз будет. Сундук. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Может оставить? Мне еще два раза тыкнуться, по идее. Или три, подождите. Три. Фух, чуть не задело. Окей. Ты дашь мне половинку ключа. Вторую. И... сердца. Можно идти на стены. Кап. Ну, типа, почему бы и нет? У меня есть сопли. У меня хороший дамаг, очень даже. Я множество раз убивал Стэна с намного меньшим дамагом, чем этот. Не дамаг, а ДПС именно, из-за соплей. Сопли очень хороший дамаг наносит. Когда стакаются вместе все.
Главное попасть соплями штуками четырьмя босса и все. И он постоянно получает урон от каждой из них. Мне, впрочем, даже не надо после этого стрелять в него. Он сам потихоньку умирает. Сопли имба. Надо этих мелких убить сначала. Они бесят. Кстати, им в лоб лепится сопля или нет? Я что-то не до конца понял. Плюс у меня на самом деле не 6 хп, а сколько? 14. Мне на самом деле 14 хп. Ой, этот Брим с стандартным уроном, это было ужасно. Потно. Вообще не знаю, как я вообще прошел его. Мантия затащила тогда, помню. Бомб нет, кстати. Воу, дабл килл! Покчамп. Глатани, ты красавчик. Ты всегда красавчик, когда дело касается низкоуровневого файта. Или наоборот, высокоуровневого. Ну, типа, уровень персонажа маленький, а уровень меня... В смысле, уровень файта, наоборот, возрастает. Правда, я сдамажился, но ничего. Это не страшно, у меня еще куча хп в запасе. Патрона мастера, конечно, не будет. Собственно, волна из этих четырех ублюдков самая страшная на всем... На всей битве с сатаной. Не считая его черную атаку, да, во второй фазе. От которой я просто не знаю, как уворачиваться. Все еще. Просто не понимаю, где там окно. Да, на 14 хп я дохну, но всего-то у меня 14 хп, вот именно. Это не та атака, которую я не понимаю. Мне даже стрелять. Вот эта атака, вот эта атака. Вот я ее не понимаю. Куда здесь надо? Куда? GG. Бум! Победа.